Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ванчик. Сегодня у меня будут попытки пройти Sons of Undertale на Инсидент. Так, мы начинаем ни слова. Короче, не теряем время, поехали сразу же. Мои попытки пройти. Этого Sons of Undertale не задолбал, поехали. Отлично, много дней потеряли, но ничего страшного. Но не мы поехали. Наконец-то! Первая половина, первая, так сказать, стадия пройдена, осталось самое сложное. Ну, у меня хилок нет, поэтому я сейчас сдохну. Но мне интересно, до чего я дойду? Поехали. Уж, тем не менее, тебе нравится размах вот этой штукой, да? Уж, я знаю, что ты не отвечал мне раньше, но это не тебя я чувствую. Это себя есть пробы с хорошего человека. Это не того, когда ты хотел поступить правильно. Того, в таком времени, даже был не другом. Давай же, дружище, помнишь меня? Пожалуйста, если слышишь, не забудь об этом, хорошо? Просто позже свое оружие, и я не могу лечь. Саня сидит вас.
что я на Гиннесса прихожу. Не буду ее руинить. Что ж, пытка не пытка. Фух. Поехали, да? Фух. Мама. Нифига себе! Нифига себе я дошел! Короче, у нас стратегия такая. Просто сначала израсходовать все легендарные герои, потом уже жрать лапшу и стейк лицо. Вот. Одно. Ну поехали, пытка неплохая. Да блин, зачем? Заговор, джойстик мог бы вообще без урона пройти. Что такое? Нифига себе! Почти мог бы остаться. Нет. Нет. Ах, ладно, сейчас первую часть хотя бы хоть немножечко вот без урона. Максимум нужно прям пройти без хилок и все. Дальше вернуться бы получше немножко. Yeah.
Отлично. Дошел. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.